первая серия маршрута Мурманск-Магадан, участок Мурманск-Магадан. Хотел бы сделать, вернее, сообщить следующую информацию относительно видеорегистратора DataCam. Во время движения не было возможности на привале проверять ролики. Так вот, выдергивал один-два ролика, несколько секунд смотришь, вроде бы картинка нормальная. А вот сейчас уже при создании полноценного фильма выявились следующие недостатки. DataCam самопроизвольно уходил в режим парковки. Ну, наверное, это было связано с тем, что связи со спутниками не было, и программа воспринимала как режим парковки. Координаты не менялись, и регистратор переходил в режим парковки. Мегафон нет в сети. Это сказалось на том, что некоторые файлы были записаны вот в таком режиме. Если бы я продолжил пользоваться этим регистратором и далее на всем маршруте, то видео было бы точно испорчено основательно. Но хорошо то, что это четвертый день только движения, и вот на четвертый день выявились все огрехи. Так что решение было правильное, что поменял видеорегистратор на предыдущий, ну, вернее, на TrendVision, и пользовался им до финиша, до конца маршрута. Так, получил комментарий Сергей Трошин. На часах полдень, а видео такое, как будто поздний вечер. Да, вот должен констатировать, что хоть он и выставлял экспозицию автоматически, ну, это вот утро, по всей вероятности, я не знаю, о каком ролике идет речь, но просматривая весь, не все, а так вот выборочно ролики, потом прояснится погода, и ну, картинка улучшится. Хуже ситуация обстояла на востоке страны, когда разница запас в 7 часовых поясов, 520 километров. Расход 5,5 литров. И я сам там путался какое время. Когда 1-2 часа еще можно как-то сориентироваться, а когда 7 часов, там уже сложнее. Это одна из особенностей. Из особенностей поездки на дальние расстояния. И вот опять возвращаюсь к теме оборудования. Нет, к сожалению, пока у нас таких видеорегистраторов, видеокамер, которые могли бы написать,
примерно 10 часов, 10-12 часов непрерывно. С хорошей картинкой, с хорошим качеством. Таких, к сожалению, пока нет. Ну, обхожусь, обошелся тем, что, что было под рукой. Я повторю, что со следующего дня, ну, сейчас четвертый день движения, с пятого дня и до финиша пользуюсь трендвиженом, но датакам я использовал как боковой видеорегистратор, боковую камеру и снимал окружающую природу. Там тоже не все смотрел ролики, тоже так вот выдернешь 1-2, вот, посмотришь секунд 10-15. Некогда, не было времени, нужно было для отдыха находить, для сна время. Поэтому я в основном, да не в основном, а его только и использовал далее для съемки из бокового окна. Ну, кроме того, еще шла съемка на третий видеорегистратор, но совсем простенький, Silverstone. Там нет таких настроек разных, как, например, в других видеорегистраторах. Но очень простенький, безотказный. Но буду размещать, потом посмотрите. Пока до этого еще далеко. Больше пока комментариев нет. Ну, сейчас начну обрабатывать 41-ю серию. Мы сейчас пред Заполярье. Спешить не буду, потому что было желание по 3 серии, по 4, но 4 не получилось. Думал, по 3 серии обрабатывать в сутки. Но, к сожалению, вот сначала компьютер там подвис, пришлось переделывать одну серию, потом не поменял название серии, в общем, пошла путаница, поэтому в дальнейшем буду более спокойным, что ли, варианте, в спокойном режиме обрабатывать видео. Ну, одна серия, максимум, может быть, две. Ну, наверное, более чем одна серия у меня не получится, к сожалению. Ну, желаю удачного просмотра. Стороны, может, водитель, ну,
уже крошится. Огни еще лупят. Надо наблюдать. Лобовое стекло автомобиля. Дал дождик. Разметку еще нет. Того, что стекло может разбить, они же разрушают полотно. Там дорогу нужно постоянно держать чисто. Сбрасывают на проезжую часть мусор, бутылки. Вон булыжники справа, валуны подернутые мухом. Как будто сказочные. Thank you.
Куда ты на трассе. Интернет был бы. Я уже не говорил о тайге, о дремучих лесах. Thank you.
трассе. Ремонт на участке. Здесь интернета нет. Так, пройден 1488. Пути 7 часов. Скорость средняя 62. Стояли совсем меньше минуты, наверное. Поскольку интернета нет, то и
полбака бензина. Парами, значит, гаишник с радарами. Bad.
5,5 на 100 километров. 511 с момента старта. Скорость 463. 470. Запас хода. По навигатору. 271. Мегафон связи, так, интернета нет, но показывает 50% покрытия, 50% всего сигнала. Но почему нет интернета, я не знаю. Может, на самом деле, передвижные посты собирают деньги на обед. Полноценный интернет.
Сейчас не было. Три, пять.